Друзья, сегодня мы будем делать замечательную, ну, наверное, скорее всего, закуску, но, в принципе, может быть и полноценным блюдом. Будем готовить с вами кальмары с кляре. И для начала займемся непосредственно кляром. Нам понадобится 2 ложки сметаны, лучше 15-20%, и 2 ложки столовые соевого соуса. Сюда же разбиваем одно яйцо и добавляем муку. Примерно 100 грамм, но добавляйте постепенно, потому что ее может уйти чуть больше или чуть меньше. К муке также добавляем соду. Вот она у меня на кончике ножа. Какая консистенция? Как и кофе. Какой цвет? Но это за счет соевого соуса. Теперь к главному ингредиенту. Кальмарчики у нас уже очищены. Колечки стандартные. Не толстые, не тонкие. Можно по одному их окунать, а можно все подряд. Кучкой. Кучкой. Они будут жариться очень-очень быстро. Вы видите, кляр уже буквально, не знаю сколько, 5 секунд прошло. Это действительно несколько секунд с каждой стороны. И кляр, и кальмар будут готовы. Не зевайте. Какие получаются красавчики. Обалденные. Кляр вкусный, кальмар еще вкуснее. Супер. Смотрите, какой еще соус. Быстрый сметана, горчица, лимон, соль. Приятно.